Всем привет, я Даша. У меня тут на коле стоит тяжеленная карабин. Вот такущая. И знаете, что внутри? Сейчас я вам расскажу. Здесь внутри. Не знаю, удастся ли мне показать вам так, чтобы ничего не уронить. Ой, не мои хорошие. Это я написала в конце ноября минувшего 2020 года. За какой-то там месяц, даже меньше, по-моему, 29 дней, книжку. Да. Ну, вы не спешите меня поздравлять, это не издательство меня издало, а это сам издат. Ну, вот так она выглядит. Здесь мягкая обложка, к сожалению, но она такого размера почти как вот в твердых выпускаются. И изгиб, я бы не сказала, что мешает читать, проглатывая слова. Концы и начало предложений. Значит, о чем эта книга? О блокадном Ленинграде. По первой главе. Значит, я крайне обескуражена тем, что для ознакомительного фрагмента доступна только, по-моему, первая глава, ну, разве что самое начало, второе, не уверена. Дело в том, что по первой главе ни в жизни не скажешь, что это о блокадном Ленинграде. Кажется, что это вообще совсем о другом. Ну вот совершенно о другом. Но вот и только в начале, ну, во второй становится более так, начинаешь понимать, о чем на самом деле здесь говорится. Вот, да, я честно старалась. Это и вот из крупных именно вещей, не рассказ, а вот именно крупная такая вещь, здесь почти 200 страниц. По-моему, это первое, что я довела до конца. Обычно я начну писать, я пишу, а потом как бы, ну, скучно мне становится, я бросаю. Ну, тут я приняла участие в марафоне на Нанораймо, и это меня очень здорово подстегивало продолжать работать. Собственно, почему я вам все это показываю? Я разыгрываю свои книги. Победителей будет 3. Судя по книгам на канале, больше не надо. Так что да, пока разыгрывается в пределах России, но, быть может, позже я проведу еще один розыгрыш, и уже по всему земному шарику я буду отправлять эти книги. Но пока только по России, к сожалению. Победители будут выбираться случайным образом. И почти ничего делать не нужно для того, чтобы выиграть мою книгу. Итак, ровно неделю до следующего четверга я буду ждать ваших откликов под этим видео. Все, что вам нужно, это написать любой свой контакт через интернет. То есть это может быть электронная почта, либо ваша страничка ВКонтакте, открытая для переписки, она должна быть при этом, конечно. В общем, любой способ с вами связаться, чтобы я могла узнать ваш адрес и ФИО получателя по ссылке. Также почта иногда обязывает, иногда нет. Почта очень странная вещь. Указывает на посылке номер телефона. Поэтому, если я вам задам этот вопрос, не бойтесь, что я вам буду зачем-то названивать. Мне это нужно исключительно для того, чтобы отправить посылку. Чтобы, если почта меня развернет, не возвращаться домой, не писать вам снова, вот, а мне нужен был, оказывается, еще номер телефона. Вот, это делается исключительно для того, чтобы отправить посылку. Я вам обещаю, что никому звонить не стану. Вот, и, собственно, всем удачи. И по скрипту. Будущим моим победителям. Если вы на LifeLibe напишите свой отзыв хотя бы в двух словах на эту книгу, даже если он будет негативным, я буду вам безмерно благодарна. Но это, опять же, не обязательно. На этом все. Всем пока и до скорых книг.